Примерить боевую одежду и выбраться из горящего здания. Гимназисты Дзержинска познакомились с профессией пожарных спасателей. Профориентационные встречи в учреждении проходят каждый месяц. На этот раз в гости пришли сотрудники МЧС. Учащиеся узнали о специфике опасной профессии. Также спасатели рассказали, как поступить в профильные учебные заведения. У нас в гостях были представители РОЧС, РОВД, профсоюзных, общественных объединений, профессии медицины, образования, культуры, бизнесмены и индивидуальные предприниматели, которые позволяют детям узнать, как возможно получить финансовые средства. У нас ежемесячно проводится какая-то акция. Как правило, они все направлены на работу с детьми. Даже вот такие, как конкурсы рисунков, спортивные мероприятия, турслет и так далее. То есть все это, опять же, дополнение идет вот к этим мероприятиям. Это очень интересно. Ну, мне нравится что-то искать новое, открывать для себя что-то необыкновенное. Вот как сегодня стать, скажем так, на минутку спасателем, посмотреть, насколько это трудная работа и с чем сталкиваются эти люди. К слову, спасатели посещают все учебные заведения района, кроме знакомства с профессией, проводят беседы на тему безопасности. А для совсем юных учеников организовывают веселые познавательные викторины.